Вот так вот, друзья. Пойдешь в магазин за хлебушком и вернешься с магазина с пакетом тряпочек. Короче, купила платье красное и комбинезон. Сейчас покажу за сколько. За 69,98. Это за две вещи. Потому что не могла удержаться, потому что платье на меня идеально село. И вообще такая скидка 30, за 30 злотых я такое платье купила. Я мерила всякие платья по 150, а тут 30 за это. В общем, всем рекомендую этот магазин Мохито. Там есть отдельная вешалка с правой стороны и написано сало, и, ну, скидки, распродажи. Там по 5, по несколько вещей, и они по скидочной цене. С красными ценниками такими. Сейчас покажу. Сейчас покажу, какой ценник. А, вот это 39, а то 29. Получилось, оно уже было скидка. Оно было вообще еще дороже. Сейчас глянем, сколько оно стоило. Сейчас отдерем. Просто мне больше всего это красное понравилось. Ну, 100 злотых оно стоило, там он 99. Блин, 100 злотых или 40 злотых, 60 злотых скидка. Офигенное платье, короче, такое. Еще и надушилась духами бесплатными, тестером. Какие-то духи стояли за 60 злотых, за 70. Тестер. Хотела камеру направить на этот, на руку, типа вы услышите запах. Вот так вот, обойдусь без трусов. Вообще, без трусов лучше. Согласитесь. Может, еще найду где-то. Но, блин, они будут стоить, как вот это две вещи. Будут одни... Набор трусов тех стоит. Потому что тут продаются, я видела, только наборами. Ну, есть, наверное, поштучно, но дороже. Не знаю. Ну, может, в следующий раз как-то. Либо сейчас найду что-нибудь. Вот так вот. Пошла в магазин за хлебушком, вернулась со стиральной машиной, мультиваркой и всем остальным. Так вот бывает. Мы женщины опасные, можем растратить весь ваш капитал. Ну, главное счастье, полные штаны. Вот так вот. Люди останавливаются, боятся, что я их буду снимать. Прячьтесь, люди. Я буду снимать. Все, надо и валить отсюда. Иду еще зыркой на другие соседние платья. И говорю, так, вали отсюда, быстро. Ну так, я так отдохнула. Я всегда отдыхаю во время шопинга. Я вообще просто обалдею от тряпок, от шопинга. Все, всем пока.